Добрый день. Я исполняющая обязанности директора детского санатория «Зеленая горка». У нас сложилась такая ситуация. В связи с карантином у нас не могут уехать в Полтавскую область родители с детьми. Мы обратились к нашему отцу Георгию, который нас окормляет, и попросили помощи, чтобы он нам помог отвезти детей в город Полтаву. Мы получили благословение владыки, большое ему спасибо, и я надеюсь, что в дальнейшем нам всегда будет помогать наша церковь и наш отец Георгий. Я обратилась за помощью Ирина Георгиевна, с которым давно знакомы, это детская история «Зеленая горка», о помощи. В связи с обстановкой на Украине, многие дети находятся домой. Вы знаете, закрываются многие детские учреждения, в том числе и «Зеленая горка». И попросили о помощи, собрать родителей с детьми, добрались в город Полтаву. Сегодня взяли благословение Владыки, который благословил благое намерение. Надеемся, Божьей помощью добраться и вернуться домой. Братья и сёстры, надеюсь, что наш пример благословение Владыки послужит примером для многих, не только священнослужителей и людей доброй воли, помогать в этой трудной ситуации. Не только детям, а все нуждаемся в нашей помощи. Надеемся, это объединит не только церковь, но и прежде народ. Давайте, дорогие ребятки, перед нашим путешествием помолимся Господу, чтобы Господь помог нам благополучно добраться домой. Хорошо, дети? Хорошо. Царю небесную, утешили души истины, и же везде сей все исполняют сокровища, и же куда и все русские, и честный всякий смертный, и спаси Божьи души наши. А теперь, дорогие ребятки, наш владыка Архангел посылал каждому подарочки, иконочки. Спасибо. Ребят, из школы.